Перед нами замечательный переключатель Shimano Dior XT, модель с заблокировкой. В таком вот он у нас состоянии. Сначала я его очень долго отмачивал в воде, что я думал, что это обычная грязь, но, к сожалению, это не помогло. Потом он у меня целый день, порядка 12 часов, лежал в керосине. Я думал, что это поможет растворить всю эту грязь. Затем я опустил его в обезжириватель, чтобы не пахло керосином, чтобы немножко еще растворить всякую бяку. Это опять же не помогло. Дальше этот переключатель попал в банку с водой Фейри. Теплая вода Фейри. И он лежал там всю ночь. И как видите, это не растворяется даже Фейри. И потом еще 3 раза по 10 минут в ультразвук. Ультразвуковую ванночку я опустил, и нифига это не растворяется, эта вот грязь. При этом переключатель у клиента работал, и сейчас он тоже работает. Вот такой вот внешний вид, вот такая эстетика, пружина до конца там не сжимается из-за грязи. Я не знаю, чем его дальше чистить, потому что это вообще жесть. Ну, ролики стерты в ноль, конечно, но он работает. Вот не знаю, как его почистить, чтобы он даже после ультразвука стал чистым. А здесь вот, видите, даже грязь не отходит, даже после ультразвука.